АТВ «Ихсан» представляет. Пришел дровосек в лес, чтобы срубить дерево, и выбрал самое высокое и раскидистое. Было жарко, и он решил сначала перекусить в тени. Прислонился к стволу и вдруг услышал шелест листьев. Деревья не отнимают тени даже у того, кто пришел рубить их. Не по себе стало дровосеку. Вскочил он и принялся рубить дерево. Тут лезвие топора слетело с топорища и попало ему прямо в ногу. Кровь хлынула ручьем. От боли дровосек упал и потерял сознание. Очнувшись, услышал, как дерево прошелестело. «Собери мои листья и приложи к ране. Кровь остановится». Дровосек так и сделал, и постепенно кровь остановилась. Отдохнув, он поднялся, взял палку вместо костыля и обратился к дереву. «Прости меня. Я хотел тебя срубить, а ты меня спасло и тенью укрыло». Вылечился дровосек, но деревья больше рубить не стал. Стал он лесником и всю жизнь охранял лес и сажал новые деревья. Он жестоко преследовал всех, кто занимался варварскими вырубками, и говорил браконьерам: «Учитесь у деревьев. Они дают тень даже тем, кто приходит их уничтожать». Каждого, кто срубал хотя бы одно дерево, лесник заставлял взамен посадить два новых, приговаривая при этом: «Если дерево не посадишь, леса не увидишь». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.